Трехкратная олимпийская чемпионка. Чистые пруды. Да я им фанател в свое время. О, спасибо, Гурда! Это Фредди Меркьюри. Роллинг Стоун. У деда в машине. Точно знаю, что вернусь. Это, знаете, вот это отсыл в 90-е, вся вот эта атмосфера. Ну, какой-то вайб от нее такой. А вы как знаете всю закулисную жизнь, ваша версия, кто его убил? Друзья, всем привет, меня зовут Максим, и вы на канале Клип Плюс. Это проект Сорян Баттл, битва жанров. Проект, в котором мы сравниваем музыку разных направлений, вкусов и так далее. Напомню правила, мы подойдем к людям, я включу им два отрывка разных композиций, они выберут, что им больше понравилось, и в конце выпуска мы подведем итог, у кого наибольшее количество баллов, тот и проходит дальше по нашей турнирной таблице. Сегодня у нас встречаются два жанра, но тут скорее, тут даже есть какие-то поджанры, потому что определенного жанра нет ни у того, ни у другого. Короче, Scorpions, это у нас представляют hard rock, heavy metal и glam metal. Я даже таких слов не знаю, господи боже мой. Против Талькова, Игоря Талькова. Блин, сегодня женщины будут плакать. Короче, он вообще у нас на стыке поп-музыки, рок-музыки и авторской песни. Я, если честно, думал, что это какой-то бард. Но я-то ни хера не музыкант, не разбираюсь я, оказывается. Поэтому, друзья, будет весело. Подписывайтесь на канал, Инстаграм, Телеграм, Бусти. Мы начинаем. Кто же из них пройдет в 1/8? Трехкратная олимпийская чемпионка, которая может все вообще. И телеведущая, ютуб-ведущая, без воды, телеведущая, и синхронное плавание, все дела. И ресторатор. Здорово, Виктор. Так, короче, смотрите, ребят, я сейчас включу две песенки разных жанров, разных времен. А вы выберете, что вам больше понравилось, окей? Ну, кстати, по годам, наверное, еще раньше. А не узнали, кто это? Да, это Scorpions, наверное. Ну да, да. Да, все верно, это Scorpions. Чистые пруды, застенчивые. Это Талькова, да, чистые пруды. Так, это любопытненько, кому вы отдадите свой голос? Кто у нас дальше по турнирочке должен пройти? Тальков. Здесь Тальков, конечно, да. Тальков, конечно, разорвал ситуацию. Почему? Ну, потому что не только музыка, но и слова здесь прям четко попадают в тему. Это был любимый певец моего отца. Ну да, и Алла еще живет на чистых прудах, поэтому странно было, если что-то другое выбрала. Так, смотрите, у нас все ставят, что в финале с Цоем будет Queen. Вы за кого бы проголосовали? Queen или Цой? Конечно, у нас Цой, за Цой все проголосуют, я уверена. Ребят, спасибо вам огромное, вы невероятные. Хорошего тебе дня. Слышали когда-нибудь? На радио играл в Владивостоке. Было такое. Где? Во Владивостоке. Из Владивостока. Огонь, хорошо. Сейчас включу второй трек и второй жанр. Я пророчить не берусь, но точно знаю, что вернусь. Так, а это тоже на радио, да? У деда в машине. У деда в машине, хорош. Так, что, какая больше понравилась? Первая или вторая? Мнения могут не совпадать. Первая. Почему? Она более современная. Да, там вроде слов даже нет. Окей. Or second song. Чистые пруды, застенчивые ивы. Окей. First song or second song? First. I like the second one. Second, yeah. Both of them are good. But I guess I lean more towards the first. First. Yeah. Okay, why? I don't know, it sounds good to me, and I can't... Okay. А есть идея, кто это? Нет. Скажи, откуда ты взялась, ты опоздать. Ничего, постанцевать, не знаю, ребят, реально. Хорошо, узнавать не обязательно, важно, что вас больше зацепило, первая или вторая?
Видимо, мне хочется романтики, поэтому вторая. Друзья, на правах рекламы, подписывайтесь на наш телеграм-канал, там много всего интересного, вся закулисная жизнь, анонсы я туда публикую всех выпусков, то есть вы раньше всех будете знать, что мы там снимаем. Также там подписчики пишут и предлагают, кого снять, собственно, поэтому принимайте участие, у нас там весело. Всех жду, ссылочка в описании. А говорите, вообще не разбираетесь. Понял. Так, Scorpions, все верно. А вы узнали? Угу. Хорошо, композиция номер два. Не берусь, но точно знаю, что вернусь. Так, вот слева вообще, по-моему, редактор программы «Угадай мелодию» знает все песни. Вы узнали, кто это? А-а. Хорошо, теперь я спрошу каждую, что вам больше понравилось. Первая композиция или вторая? Ну, сравнивать вообще невозможно. Но? Классика, что с той, что с другой стороны. Полностью согласен. Но? Scorpions. Scorpions, так, у вас первый или второй? Первый точно. Тоже Scorpions. Расхуяривай нахуй, ахуя. Хуй охуея хуйнет в хуяярищу. Эй, люди, сильней. Нормальный! У нас сейчас проходит огромный опрос, кто круче, Scorpions или Игорь Тальков? Кому бы вы отдали свой голос? Это разные весовые категории. Согласен, но выбрать нужно. Какие чемпионы, ну, мне ближе Игорёша Тальков. А вы лично с ним знакомы были? Да. Да. Какой он был в жизни? При жизни. Он же по знаку Скорпион. Следующая песня посвящается тому ублюдку, который кинул в меня вот это. И все остальные песни будут посвящены тоже этому же самому ублюдку. Если еще раз он по мне кинет вот это, я подойду ему и разобью харю. Поехали. Он подпускал только очень близких. Но мы пару раз с ним пересекались на общих выступлениях, и поскольку у него была русская тема, и у меня, мы нормально. Нормальный! Как медведи в берлоге. Понимаешь, да, с уважением. То, что сделал Игорь волею судьбы, его уход и убийство физического тела его, это был колоссальный эмоциональный духовный всплеск, и я радуюсь, что сегодня есть не менее талантливый, может, не такой харизматичный, как Игорь Тальков-старший, но сын Игорь Тальков-младший, с которым я знаком, и я радуюсь его творчеству, но, знаешь, он шальной. Чистые пруды, еще раз говорю, мне ближе Игорь Тальков. А вы как знаете всю закулисную жизнь, ваша версия, кто его убил? Стоп, музыка! А сейчас, пожалуйста, минуту молчания. Вся милиция, находящаяся... Хватит с музыкой. Вся милиция, находящаяся в зале, срочно оцепить ТК «Юбилейный», так как только что стреляли в Игоря Талькова. В то время любовь людей и популярность Игоря зашкаливала, он мог на Красной площади себе одежду разводить, и его ни милиция, никто не мог тронуть, уже его тысячи людей окружали. Но когда он ультиматум поставил тогдашнему Кремлю, и плюс у него была напряга с фильмом «Князь Серебряный», где бизнесмены вложили деньги и некрасиво себя повели. Ситуация, Игорь с ними поссорился. Поэтому это были несколько кланов очень влиятельных, которому выгодно была смерть, потому что боялись, он же буйный, не подчиняется. Вы с ним похожи. Да. Прям вообще. Но меня убийство Игоря Талькова
И до этого вообще история и Есенина, и Маяковского, и Гумилева, и Талькова, и Высоцкого скрутили. Непростая была смерть. Поэтому лучше я попробую вспомнить своего мастера, великого Евгения Рубеновича Симонова. Он мне говорил: Никита, героев убивают. Какой-то момент понял, что героев в самом деле убивают. А маск, колпак Джокера или юродство, или опа, фигурка, да, городской сумасшедший, что с него возьмешь? Героя убивать надо, а сумасшедший, он же сумасшедший. Это классика рока? Да. Чистые пруды, застенчивые. Однозначно первый вариант. Так, вы за первый? Конечно. Вы? Да, за первый. Потому что подруга так сказала? Или что вам, что вы закинули себе в плеер? Ну, точно не чистые пруды. Это, знаете, вот это отсыл в 90-е, вся вот эта атмосфера. Скорпионс как-то ближе, знаете. Мы ближе ко всему европейскому. Более современно, более... У вас сразу было Скорпионс, конечно. Почему такой громадный перевес? А потому что они у меня вообще в плейлисте, как бы в топе, скажем так. Узнали, кто это? Ну, хэви метал какой-то старенький, да. Скажи, откуда ты взялась, и опоздать не испугалась. Тоже старая, да. Какая больше понравилась? Лично мне хэви-метал ближе. Я включу два известных супер-хита, а вам надо выбрать, что больше понравилось. Мы опрашиваем просто. Между Димой Биланом и... Нет, смотрите, первый трек такой. Ну, какой? Time, and it's time. Это не моя музыка. Не ваша, хорошо, композиция. Подвигай. Композиция номер два. У вас такого нету. Чистые пруды, застенчивые. Тальков это. Так, вам какая больше понравилась, первая или вторая? Мне нравится Боб Дилан. Я понял, ну из этих... Роллинг Стоун, слышали такое? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, а из этих двух, вот Скорпионс или Тальков? Перевес на миллиметр хотя бы. Тальков. Тальков. Все, спасибо вам большое, хорошего вам дня. А есть идеи, кто это? А? Есть идеи, кто это? Ну, так мне кажется, группа Смоки. Смоки нет, я потом скажу, кто это, трек номер два. Тальков, я понадел в свое время. Так. То есть... Игорь Тальков. Вам больше вторая понравилась? Да я им фанател в свое время. Смотрите, первая Скорпионс, а второй Тальков. Да. В 89-м году они в Лужниках пели. Скорпионс, Шадрова группа, Бригада С, я еще пацаном был. Отлично. А в чем гениальность Талькова? С точки зрения музыки, как он вам? Он прекрасный певец. А сын не пошел в отца. Сейчас девушку узнали. Сразу узнали? Конечно. Кто это? Ну, говори, что ты потеряла, раз знаешь. Чистые пруды, застенчивые. Я знаю. Вы за вторую, вы за какую? Первую. Первая. Смотрите, первая Скорпион, вторая это Тальков, Игорь Тальков. Знаете таких, да? Да, конечно. Талькова знаю. А почему вы сразу за него проголосовали? В чем его гениальность? Чистые пруды, здесь, недалеко, Москва. Мы же в Москве, как москвичи, конечно, за отечественное. А вы почему за Скорпионс? Просто по вайбу, чтобы я послушала, и все. Вот чего я не ожидал, что вы узнаете Скорпионс. Хорошо. Это они. А вы узнали? Нет. Я пророчить не берусь, но точно знаю. Похож на вояж-вояж. Какая песня вам больше понравилась, потом скажу, кто где был. Я Скорпионс люблю, я знаю. Вторая. Вам вторая? Да, вторая тоже. Смотрите, первая это Скорпионс, второй это Игорь Тальков. Знаете такого? Слышал. Слышал. Отлично. Есть идеи, кто это? Я такой не слушаю. Без понятия. Скажи, откуда ты взялась, и опоздать не испугалась. Так, что больше понравилось, первая или вторая? Первая. Первая. Почему? Ну, какой-то вайп от нее такой. Да, получше, поинтереснее будет. Так, что, на улице начался дождь, поэтому перемещаемся в ГУМ. Погнали. Есть идеи, кто это? Знакомая. Знакомая, да? Чистые пруды, застенчивые. Похоже, да?
Какая больше понравилась, первая или вторая? Я математик, мне вторая. Вам вторая, вам первая или вторая? И нам тоже вторая. Смотрите, первая — это группа Scorpions, знаете такую? А вторая — это Тальков, Игорь Тальков. Игорь Тальков, да. Все, супер, спасибо вам большое, хорошего дня. Отлично. А вы что преподаете? Английский. Ух ты! Обалдеть, узнали сразу. Все верно. А вы узнали? Нет. А слышали эту песню? Конечно. Я пророчить не берусь. Обалдеть, всех узнали. Тогда будет супер интересно, за кого вы проголосуете, первый или второй? Ну, как бы и то, и то. Понимаю, у нас соревнования, они оба крутые. Ну, тогда Тальков. Тальков, вы? Тальков. Почему? Земляк. А с точки зрения музыки? Ну... Все равно ближе. А вы тоже узнали? Да. Солнышко, ты слышала когда-нибудь такое? Чистые пруды, застенчивые ивы. Лучше фиксики посмотреть. Фиксики, да. Так, давайте начнем с тебя, чтобы было твое мнение не предвзято. Что тебе больше понравилось, первая или вторая? Вторая. Почему? Потому что там слово «рель». Она за родину, она за родину. Так, спасибо тебе большое. Вам что больше? Ну, Скорпионс, наверное. Скорпионс, вам? А мне Тальков, конечно, чисто. Так, почему у вас Скорпионс перевесили? Не знаю, больше, наверное, зарубежную эстраду люблю. Хорошо, у вас почему Тальков? Потому что я на чистых прудах гуляю часто. Слышали когда-нибудь? Нет. А есть идея, кто это может быть? Нет. Скажи, откуда ты взялась, и опоздание. Что вам больше понравилось? Мнения могут не совпадать. Первая или вторая? Мне вторая. Вам? Второе. Почему? А, более приятная, мелодичная, душевная. Есть идеи, кто это? Нет. Скажи, откуда ты взялась, и опоздание. Какая песня больше понравилась, первая или вторая? Ну, конечно, вторая. Смотрите, первая — это группа Scorpions, а вторая — это, собственно, Игорь Тальков. Вы узнали, кто это? А вторую? А вы узнали, кто это? Это Фредди Меркьюри. Не берусь, но точно знаю, что вернусь. Это узнали? Через тысячу лет что-то там, я не помню. Хорошо, какая песня больше понравилась, первая или вторая? Наверное. Нет, какая больше понравилась, первая или вторая? Первая. Смотрите, первая — это Scorpions, не Фредди Меркьюри, а второй — это Игорь Тальков. Это точно. Даже так, даже такие подробности. Я что-то просто немного сбили меня с толку. Ничего страшного. Второй — это Игорь Тальков, знаете такой? А, Тальков, конечно. Тальков погиб давно, на сцене еще выступал. Да. Он был выступать перед Земфирой, вроде были перед кем-то, я не помню его. И его за кулисами застрелили. Да. Друзья, ну что ж, подведем итоги этого выпуска. Взглянем на турнирную таблицу. В абсолютно равной борьбе, но с перевесом все-таки. Далее, в 1/8 проходит Игорь Тальков. Именно он будет в 1/8 батлиться с группой Каста. А? Друзья, обязательно напишите в комментариях в нашем телеграме, кого бы вы хотели, чтобы мы забатлили в следующих выпусках, и они попытали свое счастье в 1/16. С вами был Максим, подписывайтесь на канал, Инстаграм, Телеграм, Бусти. Пока!